Здравствуйте, дорогие подписчики, а также гости нашего канала. Сегодня вашему вниманию представляем пневматический газобаллонный пистолет от американской фирмы Gletscher БРТ-84. Пистолет поставляется в фирменной картонной упаковке, в которой находится гарантийный талон, инструкция к пистолету, а также сам пистолет. Накладка на рукояти выполнена из пластика, корпус всего пистолета выполнен из металла. Открытые прицельные приспособления не регулируются. Ударно-спусковой механизм одинарного действия. Предохранитель разобщает ударно-спусковой механизм. Крышка затвора, курок и затворная задержка неподвижны. Для снаряжения пистолета необходимо извлечь магазин. Магазин выполнен из металла. Отодвинуть подаватель в крайнее заднее положение и засыпать шарики калибра 4,5 мм. Магазин вмещает в себя 19 шаров. Для установки баллона необходимо сдвинуть накладку рукояти, ослабить поджимной винт и установить 12-граммовый баллон в корпус. Прокол осуществляется путем закручивания поджимного винта. Пистолет готов к стрельбе. Протестируем скорость через хронограф. Gletscher БРТ-84 является газобаллонной репликой пистолета Беретта 84, который был разработан в 1976 году в калибре 9 на 17 мм. Как видим, скорость данного экземпляра составляет около 130 метров в секунду. Так как данный пистолет сертифицирован до 3 джоулей, следовательно, купить вы его можете как в розничных магазинах сети Airgun, так и в нашем интернет-магазине по ссылке в описании. По промокоду, который вы видите на экране, вы можете получить скидку при оформлении заказа, так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в наших следующих обзорах.